или недостаточно хорошо, чтобы победить. Дальше уже будет решать, буду решать не я, а воля случая, победил я или нет. Пока что у меня, если чё, мужик, винстрик нахуй 22 игры, поэтому не те вообще пиздеть, не учить, не те вообще учить меня жизни, мне кажется. Поэтому я бы на твоем месте рот не открывал. Я уже в автопобеде, нахуй. Окей, у меня 2 АФК. Ладно, показывай секретную стратегию на ножевом раунде. Ладно, не показываю. Пока рано. Убей его нахуй. Ну вы, сука, чё, вообще ебанутые? Это сразу нашел за кем бегать, блядь. А-а-а! Они 2 фулл хп, команда, так вы уебаны бездарные, оказывается. Ну я уже на ножевом раунде, у меня, кстати, талант есть, у меня чувство такое 7-е, блядь, 10-е, нахуй. На ножевом раунде понять, команда выблядков или нет. Но я уже все сделал, выводы все сделаны у меня. Что делаем, салон? Джангл? Or city, I don't know. Меня чел с КТ убил, тварь ебаная. Но я хотя бы под коврами типа убил. Да, конечно, я хуй знает, как чел с КТ не прячется, а репикает, уходит. Хотя он направо ушел, наверное, легко. Его просто отпустили. Шорт ушел вроде. Last low? Nice. Охуеть. А как это? У меня типы сами все сделали. Хорошая командная работа, друзья. Я вас поддерживал, прикрывал. Все делал, в принципе, что надо вам. Надо индивидуальную форму набрать мне, блядь. А то она в последнее время страдает, я заметил. Window half. Бля, это просто ебаный... Ебаный дурак, нахуй, на оранжевом. Kitchen. Short and kitchen. Jungle. I hit him. Бля, ну это просто пиздец, ну почему у меня тип оранжевый вообще после выигранного раунда не покупает армор и идет плентить на А, блядь? Что это нахуй с типом? Что это за пиздец, блядь? Я 2 раза со скаута по типу попал нахуй, 8 хп ему оставляю. Супер кайф игра, блядь. Почему у меня тип без армора идет вообще плентить на А нахуй? Как мне это объяснить, блядь? Ебаный купленный хуесос, я не верю, что это реальный игрок. Тики дед стейрс вон. Именно в этот тайминг чел пикает стейрс. Да-да, что еще сделаешь, что еще сделаешь, что еще поймаешь, какой тайминг ебаный, что ты еще подъедешь? Ну что, ну вот почему так нахуй все время, блядь? Все время какая-то хуйня непрущая для меня, блядь. Почему они вообще на А стоят? Чел фаер, чел тикет, блядь, чел стэрш, чел джангл? Или у меня тип просто дизнфу нахуярил, блядь, и сидит довольный, я не понимаю. Ну чё за хуйню вы в чате пишете, парни? Ну это вообще не смешно, блядь.
Вы как ебаные дети просто какие-то. Уебаные не играют в стиме. Да чё, я тоже не играю, блядь. Нас вообще никто не играет. 8-1, нахуй. Кайф. Я, блядь, после Валоранта вообще никакой нахуй. Как будто привык просто к стрейфам в Валоранте, блядь, и все. У меня слишком быстрая игра, нахуй. Yeah, I'm coming close. По сравнению с Валиком, КС слишком быстрый, блядь. Я просто сижу, говно жру, блядь. Да ладно, он, да он реально в коннектор просто идет. Андер, андер, андер. Да я ебал твою мать! Но он именно в этом раунде, в андерграунде, блядь. Ебаная тварь, нахуй. Ты просто пиздец, блядь. Шорт пикает. Чел просто с бэпсов пришел шорт на шифте с авиком, нахуй. Я просто хуею, блядь. Дефолт дед. Ну бля, ну как? Почему у меня типы стоят АФК нахуй на сверсте? Что они, чего они ожидают, блядь? Чего они ждут-то нахуй? Они на сверсте какой-то буст ебаный делают. Что происходит, блядь? Пизду вас нахуй. Ух ты. Винду, а как? У меня тип... А как? У меня тип прошел вот так вот. Спрыгнул, блять, вот так вот. А тут тип в окне все это время был, нахуй, оказывается. Я и хотел с этого просто, блять, смока выйти, убить окно. Но у меня тип то же самое сделал первее меня, и никого там не было. Ну что за хуйня? Стейрс. Андер стейрс, энд стейрс. Can you molly under stairs or do something? Ну вот, блять, куда... Грин, what are you doing? I can't move, идиот ты ебаный нахуй. Почему за меня этот дурак играет? Какой тупой, блядь. Какой тупой, нахуй, это пиздец. Бля, я не понимаю, почему моя каждая игра какая-то супер токсичная, блядь. Какие-то твари у меня тупорылые, которые орут все время, попадаются, блядь. Еще я хуй сосу в каждой игре. Че-то вообще пиздец какой-то, блядь. Вот так меня убило. Один перед ним прыгает, другой за ним прыгает, а он просто сидит, ебашит мне две в ебло. Класс. Я прибежать не успел, у меня вся команда уже сдохла, нахуй. Как так получается, что я по первому спавну бегу мид пушить, бегу сразу шорт, блядь, по инфе? У меня два типа уже умерли, нахуй, на Б. Как, блядь? Они даже выйти не смогли, они уже сдохли. Сейчас у меня кайфовая стата будет, сейчас увидите, охуеете просто. АВГ 12, нет. Всем пока. Ладно, всем... Нет, всем пока. Или всем привет.
Всем привет. Я хочу калашик забрать какой-нибудь. Бля, может реально просто Valorant уйти нахуй. У меня в Valorant, у меня каждая игра 2 кд почти. Все заебись. У меня в Valorant, чтобы вы понимали, из 10 игр 9 побед нахуй. Может реально в Valorant уйти просто и все. Как вы считаете? Мне кажется, надо уходить. Эта игра уже все, она мертва. Финал мажора, 5400 зрителей, сами подумайте. Да ну нахуй. 1,2 миллиона онлайн в игре, мертвейшая игра. Да я ебал, ну блять, у меня ничего не получается в этой игре сделать нахуй. Последние, блять, сколько-то там времени, прям вообще пиздец. Ни одного единого шанса нахуй ни в чем, блять. У меня сейчас АВГ 13 фрагов будет. Это будет мой пик формы просто. Бля, 2. Бля, скамен. Бля, какие я охуенные тайминги ловлю, я просто хуею. Мне кажется, топ-1 везучих людей на планете, я топ-1. Вот 100% занимаю. Мне кажется, я завтра вообще джекпот в казино выиграю. Просто миллиард долларов, блять. Я смогу уехать на Багамы и жить всю оставшуюся свою жизнь ебаную, блять. Никчемную. Бать, у меня стрельба, конечно. Плакать хочется. С такой стрельбой, блять. А где калаш, сука? Where is the key, нахуй? Ну хотя бы дали пострелять в ластраунде. Из позитивного. Готовы охуеть? Блять, не это. Ай-яй-яй. 15. Ну, блять, 15 это не так хайпово. 15 как будто, блять. Не так хайпово. Я думал, у меня будет АВГ 11-12 и будет вот это реально хайп. Так, 15. 15 не очень хайпово выглядит.